И начинаем выпуск со срочной новости из Талдыкургана. Сегодня в здании Департамента по делам обороны Алматинской области военнослужащий застрелил своего сослуживца. Это случилось в 8 утра. Подробности знает моя коллега в регионе Гульнар Жантасова. Гульнар, здравствуйте. Что известно уже к этому часу? Добрый день, Лаура. Ну, к этому времени известно, что подозреваемый заперся в своем кабинете и никого в него не впускал. На переговоры приехали представители Департамента внутренних дел Алматинской области, Департамента КНБ и военной прокуратуры. После нескольких часов переговоров подозреваемый выбросил ружье из окна, ну а затем остался в гостях. Да, спасибо. И еще вопрос. Есть ли информация, какие действия предпринимает сейчас Министерство обороны в связи со случившимся? Ну, сейчас, по словам представителей пресс-службы Минобороны Республики Казахстан, по данному факту уполномоченными органами начато расследование всех обстоятельств дела. У меня на этом все, Лаура. Да, благодарим вас за подробности.